В первый день проходил этап квалификации. Участвовали более 50 человек. Помимо сочинских спасателей МЧС, приехали их коллеги из Краснодарского края, Республики Адыгея, Волгоградской области, а также спасатели Кубань-Спаса, Розы Хутор и спортсмены-скалолазы. Трасса-квалификация позволила выявить наиболее сильных участников – 28 человек. Трасса-школа была чуть усложнена по сравнению с прошлыми годами. Дистанция включала как элементы скалолазания, так и использование альпинистского снаряжения и умение работать с веревкой. Самым технически сложным был третий день – работа в паре – домбайские связки. Оба участника передвигались по скале, попеременно страхуя друг друга. Победившие участники получили порцию экстрима от Sky Park. За призовые места парк приключений подарил билеты для прогулки по парку и мосту, прыжок с 69 метров и полет на самых высоких в мире качелях. Бронзу в командном зачете завоевали спасатели из Адыгеи. Второе место выиграла связка спасателей Сочи и Адыгеи Никита Скороходов и Султан Берсиров. Лучшими в командном первенстве стали сочинцы Николай Михнюк и Константин Манзюк. Первым в личном зачете также стал наш земляк, спасатель краснополянского подразделения Никита Скороходов.